В Краснодаре задержали двоих пассажиров трамвая, которые напали на кондуктора. Один из них – 22-летний, ранее несудимый уроженец Узбекистана. Он приехал в Краснодар 1,5 года назад и устроился работать барменом в один из ресторанов. Инцидент с его участием произошел в воскресенье рано утром в трамвае 2-го маршрута на остановке Некрасова. Оба молодых людей, изрядно подвыпив, отказались платить за проезд. Когда кондуктор возмутился, один из них ударил мужчину по голове. Работника КТТУ госпитализировали с сотрясением мозга. А вопиющий инцидент обсудили на повестке дня городского пленарного совещания. Исполняющий обязанности главы Краснодара Евгений Первушов призвал горожан оказать полиции содействие в поимке хулигана. Сегодня оперативники уголовного розыска поселка Калинина задержали первого подозреваемого в одном из местных клубов. Сотрудникам уголовного розыска краснодарской полиции удалось установить личность молодого человека, накануне ударившего сотрудника краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, а именно кондуктора трамвая номер 2, по лицу. Оперативники выяснили, что парень часто отдыхает в ночном клубе, расположенном на улице 40 лет Победы, где он и был задержан спустя несколько дней после случившегося инцидента. Как утверждает задержанный, кондуктор стал оскорблять молодых людей, тем и спровоцировал ответные действия. Вас не хотели пускать трамвай из-за какой-то причины или нет? Наверное, не хотели пускать меня, наверное. Может, выпивший я был из-за этого, может, наверное. А вы выпивали, да, в тот вечер? Да. Много выпили алкоголя? Ну, средненько чуть-чуть, да. По словам задержанного, он раскаивается и готов возместить моральный ущерб пострадавшему. Полиция завела уголовное дело за побои. Подозреваемым грозит до 2 лет лишения свободы.